что нет. Утро. Доброе утро. Просыпаемся, сыночек. Доброе утро. Давай еще 5 дней походить в лагере, все, и лагерь закончится. Ой, не хочу, чтобы он закончился. Уже тебе понравилось? Да. Не хочу еще лагерь. Не хочешь еще или хочешь? Хочу, чтобы еще лагерь. Хочешь, чтобы еще был? Да. Уже на следующий год. Я думаю, может, мы тебя тогда оставим на недельку, девушки Лёши. Не на неделю, а на две. На две даже? Да. Хорошо. Две недели. Молодой человек, откройте хоть один глазик, покажите маме свои красивые глазки, молодой человек. Доброе утро. Вы будете просыпаться? Мама, поехали сегодня в пикник-клаб. В пикник-клаб еще? Да. Вот, да, вставай, да, Калка. Все пойдут, вот, пойди, крестный приехал, вязать щавель, ты пойди спроси, что там Марго, Зои, пойдут в садик? И он тебе скажет, пойдут, конечно. Всем доброго утра, я везу детей, папа наш в командировке, так что я тут сама буду и за мать, и за отца. Красота сегодня, хорошо, такой ветерок прохладный, ночью вообще спать обалденно, когда мы открываем на все окна, прям супер. Сегодня проснулись около 5, вот уже навязали щавля, и будем сейчас петрушечку вязать, вот еще щавель отставили, уже посчитали. Что ты там бурчишь уже? Зай, ты когда приходишь после лагеря, ты сидишь в компьютере? Сколько? Сколько ты сидишь? Хорошо, я сегодня засеку, сколько ты сидишь. Хорошо? Чтобы понять, сколько ты сидишь. Полчаса или 2 часа? Все, едем. Едем. Риша, а что ты его кепку одел? Где твоя кепка? Моя. Твоя. Угу. Ну вот заберешь ее и потом будешь одевать свою. Что ты его одел? Сынок, ну и что, посмотри, пойди, там девочки пришли или нет? Пошли, пошли. Вон там тетя Вера что-то хотела тебе сказать. А? У меня нет родни, она красная, но не болит. Мама, пошли. А? А, как у меня машина? Что ты говоришь, у тебя болит спина, да? Чуть-чуть. Кто был намазан, у того спина не болит. Спина. Нет, она красная, но не болит, родня. У меня не болит, а у меня нет? Болит. Да? У меня спина болит, не намазали. А. Все, пока, родня. Я в Кавказ заехала, купила, у них там, по-моему, самый дешевый соевый соус, 45 рублей. Дешевле в станице я не видела, именно вот этот вот сенсоевский куриную грудку. Купила, ну, вернее, филе, вот такую вот лапшу, очень вкусную, вот такая вот широкая. Так, что еще купила? Ведерко плечиков, уже как шашлык замариновано с луком. Что еще? Какое-то черкесское молоко, потому что вот этого вот ИП титеровского не было еще. Вот йогурт. С абрикосом и с мюсли. Так, и все, вот это все у меня вышло на 900 сколько-то рублей. Так, теперь мы повязали петрушку и смотрим вот еще один канал, называется Южанин, про Анапу. Марсик тут спит с нами. Так, ну что, еду за детьми, ничего даже не снимала. Потому что, чтобы сделать много и много чего успеть, нужно убрать телефон подальше. Для меня это теперь прям золотое правило.
Вот, потому что каждый раз что-то приходит, на что-то отвлекаешься. Вот, а тут я прям делала-делала, потом только смотрю в телефон. Вот сейчас мне дети позвонили, еду их забирать. Блин, что-то забыла очки, и солнце такое яркое. Так, ничего не знаю. Да, Гриш! Гриш, ну теперь Антоши научи. Ну, блин, ну почему-то? Потому что ты уже ехал. Я уже большой, а он еще маленький. Да какой же он маленький? Четыре раза. Да? Потому что он... Хорошо, пристегивайся тогда. Хорошо. Так, ну что, на сегодня рабочий день мой, по крайней мере, окончен. Морковку повязали. Вот такая вот морковка у нас. Здесь еще немножечко щавля и чуть петрушки. Так, зонт охуенно. Футбол. А что это за белая точка? Эта точка, это мама не работает кнопка возврата, и эта точка делает кнопку возврата. Понятно. На телефоне. Гриша сам поехал на карате на велосипеде. Он реально приехал. Да, думаю, что да. К мусофонии на карате. Ты будешь заниматься с каратистами? Да. Так тебя надо записывать или нет? Не надо? Ты просто будешь, когда захотел, тогда позанимался, да? Да. Молодец. Я чего позанимался на карате? Да. Поплавал еще, да? Да. Так, мы с Любой ходим. Люба, где твои ноги? Они тоже ходят? Мы прошли уже 3 километра. Гриша на воротах. Да, мы ж видели. Григорий, я аж прям... Горло порву. Да? Вообще вот так вот. Ты видал, молодец, как я тебе кричала? А тут футбол, футбол. Вован! Родион! Богдан! Вова! Люба, давай бей уже, беги! Нет? Да, вот... На поле, конечно, нашим детям не поиграть в этом году вообще, да? Ну, да, но то сено, то солома. Не докосили. Не, причем даже если и докосили. Ну вот, представь, оно какое уже выросло, да? Ну ее ж никто собирать-то не будет, кроме нас. Походу, нам придется, да? Грабли. Сказали, самое хорошее это. Да, качать спину, да? Да. Какой же счет? 2-0 в пользу голеньких. Да. Мимо! А, он сбоку залетел, да? Где мой сынок? Ну вот и бери маленькие, сынуль. Зачем тебе такие здоровые камни? Мы уже приехали на футбол. Сейчас... Ну, пошли. Там где-то играет. Давай. Все, стой. Ты там дальше, может, крапива быть. Кинешь, докинешь? Да. Все, теперь туда. Теперь пошли. О, тут уже ивушки спилили. Нет, там уже видишь как? Там никто траву не покосил, не надо туда ходить. Пошли до Антона. Я хочу пописать. Я монтирую видео, и мы тут с Антохой еще делаем его задание. Вот уже какое мы 10-е, да? Вот что по выходным мы можем делать, не делать. Наш угу. выбор. Да. По выходным мы можем вот так делать. Ну да, как хочешь. Я один выходной тогда сделала задание. Да, да, да. Здесь можно так считать 2 пятницы. Так, ну давай дальше читать второе. А в этом задании вот всего 3 задания, да? Я думала, здесь будет одно. С
вот дальше. И оно здесь так 50 заданий. Да. А 56 страниц. Угу. А мы только на 10. Ну ничего. Гриша пришел, говорит: мама, иди снимай. Там луна. Там луна красная. Так что идем теперь снимать красную луну. А то я слышу мяу из окна. Вышло вроде никого. В кустах где-то там вот. А где она красная? Там? С той стороны, вон там. Видно? Может, даже на камере быть и не видно, да? Нет, вот точно видно, да. Ох, ничего ж себе. А где какая она, она правда. Но на камере, если честно, так не передается. На самом деле просто красная луна, да? На камере так не будет. Она не красная, видишь? Тут она просто ярко-красная.